зовут Олеся Сокина. Мне 4,5 года. Я живу в Санкт-Петербурге. Хожу в 15-й детский сад. Я расскажу вам стихотворение Алексея Сулкова. Красоту, что нам дали природа, а стояли солдаты в огне. Майский день 45-го года стал последней точкой в войне. За все, что есть сейчас у нас, за каждый наш счастливый час, за то, что солнце светит нам, спасибо доблестным солдатам, нашим дедам и отцам. Недаром салюты сегодня звучат в честь нашей отчизны, в честь наших солдат.